В 2019 году классные встречи стали частью нацпроекта образования. На них ребята знакомятся с интересными людьми и беседуют на различные темы. Сегодня активисты РДШ встретились с поисковым отрядом «Рысь», чтобы поговорить о подвиге советских солдат. Одной из основных таких задач российского движения школьников – это состоит историческая правда, история, патриотическое воспитание молодого подрастающего поколения. Для того, чтобы дети понимали всю важность и всю, скажем так, может быть, трагедию Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, мы в этом году отмечаем 75-летие Победы, как раз-таки вот и это мероприятие и призвано к тому, чтобы наши ребятишки, наше подрастающее поколение, они знали, во что это обошлось, как это обошлось и какой ценой нам это досталось. Ну, наше сегодняшнее мирное небо над нашей головой. Вот эти встречи, то, что вы освещаете на телевидении, это дает очень многое. Хотя бы ту капельку, ту частицу информации, что да, действительно есть и для чего посвящено, они, конечно, это поднимают. Но и также очень хорошо показывает опыт нашей поисковой работы. Дети, которые прошли через поисковый отряд, которые будут, которые есть и на сегодняшний день, они проникают настолько болезненно, уже воспринимают всю информацию и стараются найти еще больше, узнать много исторических фактов. Люди со временем начинают забывать все, что создавали их предки, то, как они защищали нас, то, как они создали для нас тот мир, в котором мы сейчас живем. То есть вот это мирное небо над головой – это все их заслуга. И забывать об этом – это очень неуважительно к ним. Молодое поколение, в частности дети, которые сейчас в начальной школе, они не понимают, насколько это важно, насколько важно почитать своих предков, насколько важно уважать бабушек и дедушек. Ведь, как бы это ни звучало, если бы не наши прабабушки и прадедушки, возможно, бы нас сейчас и не было. Далгора Даржиева, Булат Зандаков, телекомпания АТВ.